Привет, друзья! Проект необычного летательного аппарата начала разрабатывать компания Valkyria System Aerospace, получив грант от ВВС США. Необычный самолет Hoover Jet Guardian сочетает в себе элементы амфибии, квадрокоптера и реактивного самолета. Пока показан концепт. Предполагается, что беспилотник сможет взлетать с помощью 4 электродвигателей, после чего переходить в режим полета самолета благодаря двум турбореактивным двигателям Pratt & Whitney 545C тягой 3700 кг. Самолет может садиться и на воду. Как именно работает режим судна на воздушной подушке, остается загадкой. Но самолет способен взлетать и садиться практически на любую поверхность. Проект разрабатывается в рамках программы ВВС США HS Viatel. Частным компаниям предлагается искать идеи, благодаря которым будет создано летательное средство с вертикальным взлетом и посадкой следующего поколения, способное передвигаться в воздухе быстрее, чем существующие аналоги. Беспилотный самолет Hoover Jet Guardian должен иметь крейсерскую скорость 540 км в час, максимальную 1120 и 15 часов автономной работы на высоте до 12 тысяч км. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.